Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоотделов». Ярыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта, есть вкусно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколение. Снежный городок. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом Energy. Лермонтова 20. Всем привет! Суббота, а значит, снова передача «Муж на кухне» в эфире. Здесь мы готовим простые, доступные, а самое главное, очень вкусные блюда. Друзья, ну что, у нас завтра Пасха, и мне посвятить свою передачу этому событию великому, конечно, я не могу. Но знаете, что мне кажется? Что как приготовить кулич, вы наверняка многие без меня знаете. У каждого, в каждой семье есть свои традиционные рецепты. Плюс как покрасить яйца, мне кажется, тоже тема праздничных блюд у нас тоже неоднократно появляется в передаче. Поэтому я немножко подошел к этой теме, так скажем, творчески и проблематично. Да? А какие, собственно, проблемы могут быть с Пасхой? Ну, знаете, первое, что приходит в голову, мне кажется, на Пасху мы, помимо того, что христосуемся, там, да, всячески отмечаем, разговляемся, мы тем самым съедаем невероятное количество яиц. Если сравнивать со всем годом, да, то, мне кажется, вот всплеск употребления яиц приходится именно на Пасху. В России это хорошо, яйца – полезный продукт, мы сегодня много будем об этом говорить. Ну, так вот, собственно, мне кажется, что, ну, по крайней мере, у меня, у знакомых, много яиц остается вареных. Куда их девать? Понятно, что салаты, да, там еще что-то. А мне в первую очередь в голову пришла мысль – пирожки с луком и яйцом. Ведь правильно, это, в общем-то, логично, это вкусно. Но только я сегодня хочу предложить вам не пирожки, а пирог. Потому что на пирожки нужно больше времени, а открытый пирог, причем открытый пирог с яйцом, с луком и с сыром, я думаю, что этот рецепт вам понравится. Поехали! И когда речь заходит о пироге, конечно, в первую очередь мы говорим о тесте, потому что тесто – это главное. Друзья, сегодняшний открытый пирог будет готовиться на основе песочного теста. Мы неоднократно в передаче повторяли эти рецепты. Это наиболее простой, мне кажется, вариант теста, потому что на самом деле ничего сложного. Смотрите, здесь у меня 3 стакана муки и пачка масла. 180 грамм сливочного масла 82%. И, собственно, все. Почти. Я масло. Масло у меня слегка оттаяло. Не нужно масло слишком размораживать. Слишком его растаивать даже до комнатной температуры ни в коем случае, потому что тогда оно вы будете вымешивать теплыми руками, оно растает совсем и расползется буквально. Начнет уже отслаиваться, уходить в жидкость. Поэтому масло должно быть вот такое слегка, слегка твердое. На такие кубики нарезали масло. Далее мы должны посолить тесто. 2 щепотки будет достаточно. И знаете что, друзья, я добавлю, поскольку у нас пирог с яйцами, я добавлю горчицы. Вот такую вот острую русскую горчицу. Яйца, горчица очень хорошо сочетаются, и горчица у меня будет прям в массе теста. Тесто получится такое ароматное слегка. И сейчас что мы делаем? Я начинаю масло сначала разминать, чтобы оно перемешалось с тестом. А потом буду растирать вот таким образом, чтобы тесто, собственно, стало песочным, напоминало песок, такой мокрый, морской. Самое главное, друзья, чтобы у вас не было таких вот крупных комочков, где бы сохранилось нерастертое масло, то есть цельным куском. Это самое главное. То есть нужно вот здесь внимательно руками прочувствовать. Ну и теперь, друзья, смотрите. Песочное тесто бывает разных, конечно же, видов. И с разными наполнителями.
Если говорить про вот такое несладкое тесто, то вот этот песок превратить в однородную массу можно с помощью желтка, сырого, разумеется. Либо, наверное, 50 грамм ледяной воды, либо 50 грамм холодного белого сухого вина, тоже будет очень интересно. Но это в том случае, если вы хотите, чтобы тесто было такое прям плотное-плотное. А вот я хочу, чтобы сегодня у меня тесто было такое хрустящее и рассыпчатое. Поэтому я начинаю собирать комок его. И вот так, то есть я не буду добавлять никакую жидкость. Я хочу, чтобы у меня пирог получился хрустящим, его корочка. А вода, она связывает, склеивает муку, тесто становится твердым, буквально твердым. А вот так оно будет хрустящим и рассыпчатым. Единственная проблема, что вот такое тесто труднее, сложнее намного раскатывать, потому что оно крошится. Но да ничего. Вот я перехожу уже в финальную фазу замеса теста. Оно у меня собралось в комок. Здесь, конечно, нужна мужская сила. Но и самое главное здесь, друзья, еще и не перестараться, не перемесить тесто. Опять же, теплые руки, холодное масло. Масло начнет таять, начнет прямо так выступать вот здесь вот такими желтенькими проталинами. И это уже плохо. Да, и еще один очень важный момент, что сливочное масло должно быть обязательно свежим. Не дай бог вам попадется прогорклое какое-то старое масло. Ну, собственно, все, пиши пропало. Тесто вы испортите, оно будет очень невкусно пахнуть и горчить. Ну, собственно, вот, друзья, у меня получается такой вот приятный комочек. Это и есть, собственно, то, что я хотел. Прекрасно пахнет. Я немножечко его расплющу. И, разумеется, уберу в холодильник. Даже в морозилку, друзья, положу минут на 15-20, чтобы масло вновь остудилось, чтобы потом мне было удобно тесто песочное раскатывать. Поэтому сейчас небольшая реклама. Обязательно возвращайтесь, все это быстро проходит, и мы продолжим готовить. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоделов». Ярыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта, есть вкусно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколения. Снежный городок. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом Energy. Лермонтова, 20. Реклама пролетела быстро, и это прекрасно, друзья. Напоминаю, что сегодня мы готовим открытый пирог с луком и яйцом. Я уже сделал песочное тесто, оно немножко полежало в холодильнике и остудилось. И далее, друзья, смотрите, я уже говорил, что песочное тесто без добавления воды, вот такое оно получается, трескается, да, рассыпается. Сейчас это плохо, но когда оно приготовится, это будет прекрасно, потому что оно будет хрустящее, такое, знаете, воздушное. Поэтому раскатывать его не обязательно. Его можно просто вот такими вот частями распределять по форме. Я даже форму не смазываю маслом, потому что масла и так предостаточно в тесте. Ничего мне никуда не прилипнет. Самое главное, просто вот эти стыки, хорошо их слеплять, и не нужно мучиться с раскаткой этого теста. Но говорю, что вот оно того стоит, друзья. Что вы хотите, удобно раскатывать или вкусно кушать? Я считаю, что второе более приемлемо для любого человека. К тому же это не хлопотно. Вот можно даже ребенка позвать своего и с ним вот так вот полепить. Это тоже, мне кажется, интересно, и ребенка тоже можно приобщить
к общему прекрасному делу приготовления праздничного пирога на Пасху. И вот так ладонью тоже хорошо нужно спрессовать, чтобы, не дай бог, не было трещин. И, конечно же, друзья, нужны бортики, потому что пирог мы будем заливать соусом, опять же, яичным. И нужно, чтобы он как-то держался. Поэтому мы с вами мастерим бортики вот такие. Сначала делаю на черновую, а потом буду уже смотреть, чтобы не было у меня никаких дырочек, трещин. Ну вот, друзья, я уже на финишной прямой. Прошу посмотреть, что у меня получается. Да, в принципе, такой же корж, как, собственно, и если бы мы тесто раскатывали. Нужно единственное, что хорошенько его спрессовать. И бортики вот таким образом пальцами также вдавить. Пусть у нас лишнее тесто вылезет наверх. И я их сейчас просто-напросто вот это тесто срежу ножом. Потому что я всегда за эстетику, чтобы все было ровненько. Ну и все, друзья. У нас получилась вот такая основа для открытого пирога. Нам нужно выпечь ее, запечь отдельно. Сейчас нужно обязательно вот эту процедуру проделать. Песочным тестом нужно хорошо наколоть, потому что даже если тесто песочное, даже если оно у нас без воды, оно будет подниматься, будет увеличиваться в размере, как любой нормальный материал при нагревании. Но нам не надо, чтобы оно прям сильно как-то вздулось, потому что мы же будем заливать еще кремом яичным. И нам нужно для него место. Вот так я наколол, убираю в духовку. Температура 200 градусов. Я думаю, что минут 15-20 потребуется для того, чтобы корж приготовился. Можно, конечно, прибегнуть еще к такому способу приготовления коржей. Взять пергаментную бумагу, высыпать сверху сухую фасоль. И вот таким образом, чтобы фасоль придавила бумагу. И таким образом тесто меньше поднимется и лучше проготовится. Фасоль, кстати, от этого не испортится, но вот у меня фасоли нет сегодня, поэтому я буду вот так в открытую готовить. Итак, 15-20 минут корж стоит в духовке, а у меня появляется время, чтобы приготовить крем. Ну и что значит крем? Крем – это всегда яйца, только на этот раз сырые. Два яйца разбиваем. Подсолим. И, друзья, смотрите, здесь у меня сливочный сыр, так называемый. Обычный вот в супермаркетах даже на развес продается. Здесь 200 грамм сливочного сыра. Это каратовский обычный, но, в общем-то, неплохой сыр. С хорошей такой легкой кислинкой. Я думаю, что грамм 100 мне будет достаточно для этого блюда. И я вот сейчас начну его вот так вот разминать с яйцами, потому что сразу венчиком его не победишь. Немножко разомнем вилочкой, а потом уже будем взбивать. Ну и по поводу вот сливочного сыра, если вам вдруг не попался или вы не любите, можете добавить вместо него 100 грамм сливок, обычных сливок, можно не сильно жирных, даже 10%, в общем-то не страшно. Можете добавить сметанки, друзья, также 100 грамм. Тоже, в общем-то, будет хорошо. Ну вот, более-менее растерли сыр. И начинаем работать венчиком, чтобы превратить все это в однородную массу. Постараться сделать так, чтобы не было комочков. Именно чтобы получился вот такой крем. Ну, собственно, вот, ребята, вот такой вот крем у меня получился. Ну и вот, собственно, герой наших дней – весенних. Первый лучок на дачу приезжаю, а вот он стоит, уже вырос батон, свежий, ароматный. Нашинкуем. И также я отправлю его уже в крем. Он будет в массе крема. Перемешаем. И вот такой нарядный, красивый крем для открытого пирога у меня получился.
Ну и яйца, друзья. Ну, собственно, возвращаясь к теме сегодняшней передачи, да, что на Пасху остается много вареных яиц, с которыми, ну, фантазия может у кого-то иссякла, что с ними делать, помимо каких-то салатов. Ну и просто так есть их тоже неинтересно. Вот, собственно, именно поэтому я и предлагаю сегодня рецепт пирога, открытого пирога с луком и яйцом. Ну, что еще могу сказать? Вообще, яйца довольно такой интересный продукт. Но, знаете, дело в том, что на Руси до 17 века их вообще практически не употребляли в пищу. И, в общем-то, ну, лично по логике, если по вполне понятной причине, потому что ну, люди как бы не понимали, зачем съедать вот такое вот что-то маленькое, да, из которого может вырасти что-то большое, да, его можно больше накормить людей и прочее. И практически их не употребляли в пищу, где-то только с 18 века начали вот в таком же более-менее в массовом порядке вводить в рацион яйца, потому что вывели уже кур несушек. Не помню, как порода называется. Но дело в том, что яйца – это все-таки раньше было все-таки праздничное блюдо, а потом уже стало повседневное. Да, вот как-то вот для нас яичницу пожарить – это все-таки как доброго утра пожелать. А раньше это была редкость. Я нарезал яйца на дольки, и я, в общем-то, готов к тому, чтобы уже собрать пирог. И вот, друзья, корж готов, пропекся. Я начинаю выкладывать яйца каким-нибудь вот таким затейливым образом. Распределяем так, чтобы каждый отрезанный кусочек содержал в себе яйцо. Далее мы заливаем яйца кремом из сливочного сыра и яиц, ну и, соответственно, лука. Сильно много крема не нужно, потому что у нас корж уже практически готов, и нам необходимо, чтобы в маленький промежуток времени крем пропекся. И здесь у меня, друзья, сыр, который называется моцарелла. Не пугайтесь этого названия, у нас в Усть-Абакане уже давным-давно делают прекрасную моцареллу. Я сверху, вот особенно где у меня, куда не хватило места для соуса, для крема, я вот так отрываю, просто отщипываю кусочками моцареллу и раскладываю сверху, чтобы у нас, чтобы этот сыр расплавился и получилась прекрасная корочка. Одного шарика будет более чем достаточно. Эта моцарелла очень хорошо плавится, прекрасно ведет себя пиццы. Распределили. Ну и что, друзья, все, отправляем открытый пирог с луком и яйцом, ну, сырным, сырно-сливочным соусом и сыром моцарелла в духовку. Теперь у меня уже здесь температура будет поменьше, 180 градусов. Я думаю, что также минут 20-25 теперь уже пусть он поготовится. Есть смысл ненадолго прерваться, потом обязательно возвращайтесь. Дело в том, что это еще не все. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоделов». Ярыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта, есть вкусно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколения. Снежный городок. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом Energy. Лермонтова, 20. Ну что, друзья, давайте продолжим. Я тут перед рекламой сказал, что то, что пирог мы поставили с вами уже в духовку, это еще не все. Так, собственно, давайте я расскажу, а что именно еще не все. Пасха такая штука, что нужно хорошо разговеться, да, нужно и мясного что-то покушать. Поэтому я предлагаю пирог такой подать вот с такими вот колбасками гриль.
Их нужно сейчас на сковородочке просто обжарить с двух сторон. Выкладываем на разогретую сковородочку. Немножечко растительного масла я добавил. Что касается вида колбасок, смотрите, у меня прекрасные домашние колбаски. Где их взять? С удовольствием поделюсь. Это магазин домашней еды. Мясоделов делает такие великолепные колбаски для гриля. Но, собственно, вот так в домашних условиях также пожарить их на сковородочке – это великое удовольствие. Очень хорошо подобраны специи, великолепный состав, соотношение свинины и говядины – просто чудно. Так что очень рекомендую попробовать. Обжариваются колбаски быстро, буквально с двух-трех сторон. Перевернули пару-тройку раз, и они готовы. Они начинают поджариваться. Переворачиваем. Вот они зашипели, заскворчали. Посмотрите, какая красота. Разве это не прекрасно подать в пирогу такие великолепные изделия? И вот это уже практически все, друзья. То есть это уже как бы финальный аккорд для пирога. Давайте, кстати, посмотрим, как он там поживает. Ну что, друзья, обратите внимание, какой получился у нас красивый, замечательный пирог. Вот виднеются яйца, сыр моцарелла хорошо расплавился. Внутри нежнейший сырный крем. И что хочу сказать. Вот сейчас нужно его, конечно же, остудить, чтобы достать вот из этой формы. И только потом закончить подачу. Но я вам покажу, как я подаю такой пирог. Я беру... Вот все-таки весна, хочется зелени, ну согласитесь, да? Я выкладываю вот это вот ростки рукколы, которые, может быть, у кого-то уже появились на даче. То, что хочется какой-то зеленушки, да, сверху, такой свежести. И прям вот так сверху я выкладываю обжаренные колбаски. Даже резать их не буду, что потом уже, когда пирог пойдет, так скажем, к едокам, тогда уже сами там разберутся, нарежут его и попробуют. Друзья, ну, мне кажется, красиво получилось и вот достаточно оригинально. Друзья, если вы чего-то не запомнили, то сегодня вечером на канале «Россия-24» наша передача обязательно повторится. Но есть вариант лучше, это, конечно же, социальные сети. Во всех из них присутствует официальная группа нашей передачи, так она и называется «Муж на кухне». Находится очень просто, в поисковике набираете «Муж на кухне» и, собственно, видите красный лейбл нашей программы. Присоединяйтесь, там вы найдете выпуски, записи всех наших прошлых передач. Там есть пошаговые рецепты некоторых блюд, избранных из нашей передачи. Там, конечно же, мы с вами общаемся и можем начать это делать буквально сразу после завершения нашей передачи. Ну, а я с вами прощаюсь. Уже в телеэфире мы увидимся через неделю. Пока. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мясоделов». Ярыгина, 34. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта, есть вкусно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколения. Снежный городок. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом Energy. Лермонтова 20.